Новый проект, это проект с автором, где он пишет в разных стилях, под другими именами, но эти имена созвучны с его основным псевдонимом. Сейчас я все расскажу. Анна Борисова, креативщик. Анна Борисова, под эгидой Анны Борисовой, Акунин пишет такие романы больше такого философско-рассуждательного плана. Вот. И от Анны Борисовой у меня есть книга «Времена года». Книга там, и креативщиков я уже показывала. Все это московское издательство «Астрель», издание 2011 года. Под этим же проектом с автором, у него есть еще один автор, Анатолий Брусникин. Все они по московское издательство тоже «Астрель». «Герои нового времени» 2010 года у меня издание, «Девятый спас» 2011 и «Вилона» 2012. Анатолий Брусникин – это автор, который старается писать исторические романы. У него это удается. То есть вот эти два автора, которых не существует, которым прикрывается Акунин. Один из них — это женский автор, пишущий философски, как я уже сказала, так, вещи, над которыми стоит поразмыслить, это очень интересно и захватывает. А второй — историк. Такая книга, как «Любовь к истории», она оформлена так в виде, я не знаю, электронной книги или айпэда, где это, в принципе, это, по идее, документальная книга, и не столько книга, как очень удачная. Цитата его блога на «Живом журнале». Я в инфобаре дам ссылку. Случайно книга называется «Любовь к истории». То есть он здесь описывает исторические казусы, которые происходили в действительности действительной, но причем такие, до которых человеческий мозг просто не додумался бы никогда, ни в жизни. Вот такая вот у него есть книга, очень советую. У Куинина также есть серия роман-кино, называется «Смертный брудершафт», с разными главными. Даже книги сами оформлены как немое кино, то есть... Видишь, да, вот такие гравюры соответствующие. И даже в тексте оговаривается, например, вот, смотри, удачно рисую. Ну, как черно-белое кино, помнишь, или там играет печальная мелодия на пианино. То есть вот так вот все оформлено даже, как действительно роман-кино. Это все издательство «Астрель». У меня тут 3-5 книг. Издательство 2007 года, издательство 2008 года, издательство, господи, какого? 10-го, снова 10-го и издание 2011 года. Это у меня по фильмам. То есть они делятся не просто на книга первая, книга вторая. То есть из «Смерти на брудершафт» у меня получается 9 книг. Ой, 9 книг. 9 фильмов, потому что в одной книге помещается по 2 книги, кроме вот этой «Мягкой переплете». Это «Переплете» — это фильма 5-я. И да, квесты. То есть у него есть такая книга «Квест». Роман «Компьютерная игра». Это у нас издательство «Астрель», 2008 год. Почему игра? Потому что, честно, я не смогу тебе объяснить, почему игра. Потому что прочитай, узнаешь. Тут даже содержание такое очень... Не знаю, сможешь ли ты прочитать, поэтому я тебе прочту. Правила игры. Интро, профиль, тьюториал. Левел 1, левел 2, левел 3, левел 4, левел 5, final level. То есть, ну,
подано как... Почитай, поймешь.